Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я второй раз участвую в этом проекте. Все это очень интересная тема про спорт. Для меня лично эта тема очень близка, очень важна, потому как это позволило мне преодолеть себя, дисциплинировать себя, преодолеть себя. Это, безусловно, помогло мне в работе. Я, безусловно, стал чувствовать себя увереннее, намного эффективнее. Безусловно, чувство драйва, чувство себя, наверное, самое важное. Что ты растешь, ты двигаешься, ты становишься лучше. Призываю всех заниматься спортом, любым, неважно, силовое это, бег ли это, плавание ли это. Главное начать, главное сделать первый шаг. Я считаю, что это главное. Не надо бояться делать шаг.